Забытая родными, несколько месяцев соседи были вынуждены кормить и ухаживать за 79-летней беспомощной женщиной. Дети оставили ее в квартире умирать. Соседи умоляли близких приехать и ухаживать за бабушкой, которая даже с постели встать не в силах. Впрочем, дочери и сыну было не до престарелой матери. Наш корреспондент расскажет подробности. Лежит вся обосранная, вся, все, черти че. Родственникам звоню, они сказали, а мы почему за ней должны ухаживать? Родственникам не надо, родственники не ухаживают. Я говорю, а кто, соседи должны, что ли, за ней ухаживать? А мы, говорит, что ли, обязаны? Эту видеосъемку ведут возмущенные соседи. 79-летняя женщина сама не может передвигаться, а родным, как говорят жители дома, она не нужна. Без еды и воды, одна, полностью беспомощная, лежит на кровати целыми днями. Вот бросили бабушку и все. Вот родственникам сейчас звоню, я говорю, вы дома? Нет, не дома. Жители дома ворчат, самые близкие забыли про бабушку, и на помощь опять приходят соседи. Они снова старушку помыли, переодели и в очередной раз попытались дозвониться до родных пенсионерки. Но на том конце трубки, кажется, к судьбе бабушки равнодушны. Мы, говорит, не обязаны. Она им, считай, комнату отписала и все сделала, и теперь бросили старуху. Вообще не нужна. Чужие люди ухаживают за ней уже пятый месяц. В этот раз соседи заметили кровь и вызвали скорую помощь. Пожилую женщину госпитализировали. Они равнодушны обратились за помощью к общественникам. Те, в свою очередь, написали заявление в полицию и прокуратуру. Беседовать с дочерью и сыном старушки, видимо, теперь будут служители закона. Ведь дети должны ухаживать за пожилыми родителями. Впрочем, кажется, теперь поговорить с самой бабушкой уже не получится. В медицинском учреждении она скончалась. И опять близких, видимо, не было рядом.